В общем, у природы нет плохой погоды. Сегодня ночью выпал снежок. Ну и тучи, в общем. И ветер, и тучи. И такое ощущение, что снег или дождь в любую минуту может пойти. Но я не сдаюсь. Я буду ловить рыбу. Встретил рыбака. Говорит, в прошлые выходные хорошо клевало. Плотва и уклейка, селядка, в общем. Ну, как всегда. На прошлых выходных не поехал, потому что был очень сильный ветер. И вообще не представляю, как он тут ловил. Погода, наверное, менялась раз пять за день. На этих выходных. Ну вот. Если он говорит про те выходные. Но сегодня погода не лучше. Ну, буду искать свое счастье в спиннинге. Сейчас еще что-нибудь попробуем. Вот место неплохое вроде бы. Можно походить, побросать. А все утыкано рогатулями. Значит, люди, правда, тут ловили. Недавно. Сейчас попробуем не зацепляйку. Это проходит вообще во всякой траве. Лихо проходит вообще везде, это не зацепляйка. Ну и в общем, везде проходит, но рыбу тоже не находит. Вот сейчас как-то более-менее стихло, а то был какой-то налет вообще очень сильный. Вот почечки появляться начали на деревьях, и вот он, блин, мороз, снег выпал. Вообще, как-то все не по правильному идет в этом году. Мне кажется, из-за того, что была очень теплая зима, этот коронавирус и распространился. Так что... непонятный климат стал. В феврале было тепло, теплее, чем сейчас, допустим. Было только пару дней за весь февраль, когда было холодно. Один день было минус 10, другой день было минус 11 в начале февраля. И еще в конце ноября было холодно пару раз. Там рыбалка у меня тоже есть, 24 ноября по Дону плывут льдины, было холодно, минус 14, казалось бы, настает настоящая зима. А потом было все по-другому. Было тепло, снега практически не было. Ну, в общем, вот так. Потом начинают вылазить всякие вирусы. Начинают люди болеть. Но из-за самих же себя. Мне кажется, наша планета настолько уже истощилась в ресурсном виде.
Да это вот бесконечное потребление, потребление, потребление и нефти, и леса, и вообще природных ресурсов и материалов приводит к очень серьезным изменениям климата, что у нас, что на других континентах. А изменения в ресурсах приводят к изменению в климате. Но несмотря ни на что, природа будет жить. И природа, в общем-то, сильнее, чем люди. Поэтому надо уважать свою природу и любить ее. А здесь мы видим везде по берегам мусор. Абсолютно везде. В общем, никаких позывов, никаких даже всплесков нету. Ну ничего. Главное это, я даже не знаю. Главное это не улов, главное процесс. Есть у меня еще одна блесна, называется хорватское яйцо. Но я вот не знаю, есть ли возможность как бы вообще ловить по весне на такую приманку. Она вроде бы как бы летняя больше. Ну, вообще прикольно. Проходит через все препятствия вообще абсолютно легко. Но с походой вот не повезло опять. Который уже раз. Нет. Нету ничего, к сожалению. Ну, в общем, как это объяснить, я не знаю. Подошел к мужику, ловит на поплавок. И прям при мне достает окуня. На глубине там, я не знаю, сантиметров 10. Говорит, селявка, уклейка клюет. Акушара такой, нормальный прям. Блин. Я не знаю, как тут угадать. В общем, в следующий раз возьму и то, и это. Ну, опарыша у меня нет. Сейчас бродить, ходить по этому ветру, бросать тоже мне надоело.